Ай-яй-яй, сегодня у нас тут две белки. Бегают и дерутся. Вот одна, вот она. Смотрите, а где же вторая делась? Только что, пока включила телефон. А, вон, смотрите, вот. Вот одна и вторая, во, смотрите, две. Одна на-на и другая. Ага, одна крупная. Вторая поменьше. Так, что же они будут делать? Они поняли. Вторая белочка поняла. Вот, смотрите. Ха-ха! Вот одна пьет водичку, а другая сидит на дереве. Вот так вот. Ну, теперь они будут вдвоем здесь. Наша Нана, она ведь давно живет здесь, а та, посмотрите, как водичку пьет. Вот она, смотрите, пьет, это вторая белочка, потому что она, у нее жажда, нигде ведь нет водички, а я выношу все время водичку, и это крупнее белочка. Вот так вот. А я-то думаю, почему вороны все слетелись и начали драться? А они-то, вот смотрите, ага, что же она будет делать? Опа, сюда, гнездо. Интересно, остались ли там? Ага, ничего у нее нет. Значит, вороны поели все орехи. А вы знаете, у этой белки выше большие уши. Уши острые, большие. Ага. И она такая быстрая. Так. Водичку пьет. Наша уже напилась на ночь водички. А эта еще нет. Так. Вот она дудлит водичку. Пьет водичку. А вон и она. Вон она бежит. Ага. Появилась, не запылилась. Так, жалко, что я не на улице, так бы было бы все вам виднее и крупнее. Ну, ничего, что маемо, то маемо. Ага, так, побежала и это. Бежит. Ай, манюнька какая, маленькая. Ага. Вот она. А вон и вторая. Вторая. А мне и соседка и говорит, что она видит две белочки все время. А я как не гляну, как не выйду на улицу, всегда одна белочка, наша Наночка. Так, вот, изучаем. Ха-ха-ха, изучаем деревья. Вот она. Очень высоко на самую верхушку дерева залезла. Сейчас срывается снежок, на улице день пасмурный. Поэтому вам не очень хорошо видно. Так, оказывается, наверное, это другая белочка. Вот, потому что маршрут другой. Ага. Вот. А, точно, смотрите, тут же у нас заначка. Нана сюда. О, нашла! Вторая белка, она такая увертливая, она такая разумная. Гляньте, нашла заначку. Нашла заначку нашей Наны. Теперь она будет кушать здесь орешки. Нашла орешки Наны и наминает. Ну вот, поела, теперь хвостиком помашет. Метки сделает. Задумалась. Оп-оп. Сидит, как вкопанная. В одну точку смотрит. Ага. Так. Ах! Опять полезла в заначку. Опять. Там, видно, глубокая заначка. Даже хвоста не осталось, видно. И опять в дупло. Попила водичку и опять. Ах ты, есть еще орешек. Не все орешки забрали вороны. Вот так вот. Сегодня она очень много кушает. Очень-очень много кушает. Ага, она собирается. Все, куда-то собирается. Значит, это Наночка наша. Она по проводам побежала.